Друзья, спекло. Какой вы... Еле, правда, знаете что, ребята? Еле мультиварки получился. Вот он весь пристал, правда. Ну, сейчас я его намочу, оно откиснет и хорошо отмоется. Еле вытащили. Надо на дно, наверное, пергамент ложить. А вот с боков хорошо таким ножичком пластмассовым поддели. Даже не пластмассовый, это деревянный. А вот тяжело было его отлепить. Смотрите, какой. Вообще. Больше, чем палец высота. Так что в микроволновке можно... Ой, в микроволновке, в мультиварке. Можно печь бисквита. Я его оставлю на ночь. Сейчас пакет герметично закрою. А утром уже буду делать, собирать торт. Делаем с утра тортик. Бисквит вчера вылежался. Крем. Пропитка. С такой оригинальной чашкой. И персики. Можешь мне еще персики кусочками порезать, раз ты тут мой ассистент? Сейчас я помню. Тарелку можно было мне помыть. Ну, у меня помидоры в руках. Ну, то есть, а делать себе торт в ложке можно было? Ну, это святое. Поэтому... Что, Жень? Ничего. Хочешь что-то нам сказать? Нет. Можно сюда его раскромсать и типа перемешать? Давай. Еще персика туда добавить. Давай. А еще можешь... Нет, это ты сама. И никому об этом не сказать. Я это на видео сняла. Спасибо, вырежешь. Нет, вырезать не буду. Вот у нас получился с трех коржей такой тортик. С подручными условиями. Очень подручные условия. И вот Юля делает... Авторский торт. Так, а слышь, а тут есть еще подливка, ты польешь? Куда? Ну, на бисквит надо подлить, чтобы он был. Кашка-малашка была? Да. Господи, не забыла раньше об этом сказать. Теперь надо место освободить, чтобы он чуть поставил в холодильнике. Надо убрать, если... Так, ложка, Юль, вон уже ложка лежит там. А. В общем, мы его слепили из того, что было. Даже не выровненный. Идеально. Как думаешь, машина проехала? Мы вышли на улицу с детьми. Женя с Артуром и с Юлей. Юля, Женя, Артура развлекает. Катя наконец-то снялся стресс. Какой? У меня еще не совсем стресс снялся. Артур, неинтересно. Артур не любит ждать. Автобус сегодня выходной день, и автобус прям очень долго едет. Мы едем в гости к Ане. Посмотрим, как наша... Две минутки, как наша Аня устроилась. А Артура совсем нет терпения ждать. Мы приехали в новый район. Какие тут домики. И тут снега больше, да? Как будто... Обнови его. Не туда, в другую? Не. Ну тогда идем в другую. Да, нам, Артур, нам надо в эту сторону надо идти. Пошли не туда. Смотрите, какой симпатичный тут район. Только частные сектора. И все красиво в елках. Да. Вообще красивый поселок вот этот вот. О! Слышишь, мне в кроссовках нормально, скользко на льду. А, это город, да? Ну, как город, ну, а вообще как поселочек такой, частными домами. Ну, тут посимпатичнее будет. На самом-то деле. И Артур перестал плакать, а то прям там ему не нравится, там дома, как-то он боится там. А здесь посвободнее.
Какой-то там у него страх. Ну, может быть, запомнил, когда приехали, он расплакался сразу. Да, сынок? Артур. Ой, Артур, Женя. Снишься снежками. Мама. Жень, только так, чтобы не у меня, потому что я в летней куртке. Не в летней, а в легкой куртке. Тут ему как-то привычнее, видишь, вот он нормально тебе идет. Артуру. Ну, привычно, но что дома не так. Там просто поняла, вот как дома, плотненько так. Ну, как бы много построек. Там у них же дома, видела, как вообще здесь плотно? Видела, как здесь плотно дома? Точно нам сюда? Что мы сворачиваем с красивой дороги. Да, я никогда не вижу. И у них здесь еще, знаете, как вот заборы прозрачные, вдоль забора вот такие вот туи. Это они ограждаются именно зелеными насаждениями. Вода. А там сейчас на улице так прикольно, красиво солнце светит. Да. Угу. Такой закат. А у нас в Днепре, Саша говорит, весна. Сирень расцветает. Сирень, кстати, распускается. Здесь снега. Вот сколько. Нет, я не видела здесь сирени. Я не видела тоже здесь сирени. Здесь очень много вот этих вот туи, да, ели. У них тут много. Они прямо поехали на поезде. Мы когда ехали в Варшаву. Где там человек мой? В огородах выращивают туи, елочки. Ну тут у них тоже... Да, мы погостили у Ани, смотри, какой свет красивый. Угу. Теперь едем домой. Артурчик, аккуратненько. У кого-то двор симпатичненький. Да, немножко, да. Немножко снимаю. Тут у них двор. Детям играть на дворе. Артурчик. Чай попили, теперь едем домой. Ой, слышите, снег и птички поют. Ничего себе. Подожди, Артур, тут сразу дорога. Открывай, открывай. Открывай. А, ну в эту сторону не открывается, да? Анч? А, я думаю, что такое не открывается. Тут своя система, да? Маленький городочек, там говорят, тоже прикольный зоопарк. Смотри, а вот мебель выставили. Зачем? Может, кому-то типа надо? Я так понимаю, что это ночлег, типа вот этот, что типа здесь есть место переночевать. Это они типа как... Юля, куда нам идти? А, нам сюда идти? Да, говорили, что она здесь и во время ковида у нее было как, знаете, как передержка людям. Вот когда люди приезжают, для карантина нужно место. Вот это наша хозяйка говорила. Как бы за счет... Машина. Быстро. Смотрите, какое солнышко. Юля, сколько времени до автобуса? Не знаю. Быстро, может, забивала, посмотри, незнайка. Ну, вообще, такие дома, конечно, как у нас и богачей. Да. У нас такой домино будет стоить, блин, полмиллиона, наверное. Очень такие. Реально позволит только богатый человек. Но у них, я тебе говорю, Аня, вот я была... Все такие дома. Мимо сел проезжали, у них в всех селах вот такие вот плюс-минус дома. Интересно, сколько здесь дом стоит? Может, мы где-нибудь квартиру купим? Я хочу на родину. Я не знаю. Я перевезу мужа сюда, и дом, будем. Артем, ждем твоего комментария. Тебе понравится? Он не против, да? Нет, он не против. Мы сфоткали. Ну как? Тут темно. Ну что поделать? Будем пить чай. Ложечки. Мы пока сами будем пить чай. Да. Хорошо. Я у меня даже маленький кусочек. Попробуем. Как это я не попробую? Ну да, я же просто думаю, ну вроде ты собрала, ты сладкая, это не ешь, смотри, я тебе вот столечко. Еще так красиво положила, можно? Я могу забрать тебе положить, например. Нет, мне красиво. Ну давай я себе заберу. Я съем так. Я ж просто маленькая, она попросила. Русь, это я большой. Ну, Русь, это я. Нет, красивенько. Мамочка, положите мне, пожалуйста, тортик. Спасибо большое. Ой, какая ты молодец. Красиво положила.